форум успел зарекомендовать себя как эффективный способ профессионального общения и уже в шестой раз собрал передовых ученых, представителей власти, бизнеса и, конечно же, выдающихся врачей-онкологов. Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» остается одним из приоритетов повестки отечественного здравоохранения. Целевые показатели по снижению онкологической смертности, повышению выявляемости онкозаболеваний на ранней стадии, обозначенные в проекте, остаются актуальными, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. Поэтому нам нельзя останавливаться ни в научном поиске, ни в клинической, ни в организационно-методической работе. Нужны новые подходы профилактики, диагностики, лечению злокачественных новообразований, которые должны помочь врачам эффективно работать, а онкологическим пациентам вовремя и в полном объеме получать медицинскую помощь, даже в ситуации противоэпидемических мероприятий. Очень важным сегодня становятся телемедицинские технологии. Ведь, используя цифровой контур здравоохранения, соединяющий пациента и медицинские учреждения разных уровней, можно обеспечить высокое качество и доступность медицинской помощи. Необходимо также обратить внимание на развитие референс-центров, чью роль трудно переоценить в качестве медицинской помощи. Еще одно ключевое направление – центры амбулаторной онкологической помощи, которые создаются в регионах и помогают пациентам быстро получить некоторые виды лечения недалеко от места проживания. Надеюсь, что специалисты смогут выделить такие точки роста на основании опыта медицинских учреждений и исследовательских центров со всей страны, а также зарубежных коллег. Уверен, что на площадке форума родятся новые алгоритмы по адаптации онкологической сферы к новым условиям, ведь несмотря на COVID-19, мы постепенно возвращаемся к обычной плановой работе. Просто коронавирус становится частью пока ее. Желаю всем участникам онкологического форума «Белые ночи» полезного профессионального общения и продуктивного обмена передовым опытом. Будьте здоровы!